Ботсвана из Туниса. Резервный судья Фарик Кабинетел из Конго. Его первая система. Клубная тренерская карьера. Он попробовал себя в Милане. Был совсем сырой и оказался не готов. Камерунцы сделали на первых секундах матча. Розыгрыш, подача. Камерун. Сборный Ники. Свои точки, подача. Но здесь нигерийцы разбираются. И еще раз отмечу, что появлялись в ленте, что ЦСКА готов чуть не 7 миллионов за него заплатить. Ну, за него всего лишь 10 игроков из 23 в заявке у сборной Камеруна. Из тех, кто выиграл. Сейчас камерунцы исполняют штрафной. Передача на угол вратарской. В чемпионате мира был Фрэнсис Узохо из кипрского Анортосиса. Ну вот на F7 в 2007 году, когда работал в тунисском клубе Этуаль Дю Сахель. Вот толкнул он здесь смену. Сразу же со стадии плей-офф играется дополнительное время, если второй розыгрыш Кубка Африканских наций. Но в первую очередь это, наверное, ярмарка. Светился, был в Гранаде. А вот это уже атака Камеруна. Неплохая передача. Кстати, с Жулиана, бывшим игроком Зенита Аль-Наср, Саудовская Аравия. Камерун. Ой-ой-ой. Ну вот в африканском футболе так, Камерун. И здесь Клинтон Джи сбрасывает мяч. И угловой сборной Камеруна. Команда этого континента. И добро пожаловать в Александрию на Кубке Африканских наций. Сборная Камеруна защищает свой титул, завоеванный в 2017 году. Сегодняшнего матча, разумеется, он тоже африканец. Он из Ботсваны. Еще одна попытка, подача. И будет удар или нет? Удар вдоль ворот. Момент и гол! Адион Игало! Как вовремя матч ТВ-то подключился, а? 1-0. Это Нванка Кану. В прошлом замечательный нигерийский футболист. The back foot now. It's a 19th minute strike from Odion Ighalo. Getting stuck in. Winning challenges for Cameroon. Moses Simon. This time he's taking on Olaina Christian Basso-Gogh. Baho Ken was Koundé, blocked by Etebo. Gurtish this time to Oyongo. Gie, Clinton and Gie. Koundé. Gie. It didn't find Iwobi. Koundé, influential in the middle of the park for Cameroon. It was reckless from Pierre Koundé Mal. From this, Moses Simon. Collins fire back from him. Ighalo with a goal in the 19th minute. That separates the two teams. Gadur. Etebo. Iwobi. Choupo-Moting playing as an attacking midfielder, fairly central at the moment. It's another rough challenge. Koundé dinks it over. Didi heads and swung over. Didi. Hitting on at the other end, maybe. Baho Ken is the man up front. Pinathome Rua, though. Choupo-Moting, and that was team keeps it in there. Choupo-Moting rather flapped. Choupo-Moting, Basso-Gogh, they're showing more attacking thrust now. Baho Ken! Stefan Baho Ken, who's hardly had a meaningful touch of the ball. Makes it 1-1. His dad.
GA, can he burst through? Clinton and GA! The Indomitable Lions, Roar Igalo. Moses Simon, it's Simon! Igalo's there. It's Koundé. I guess a big cheer from the... Samuel Eto'o. Били после длинной передачи, и Камерун на этом турнире очень успешно использует длинные... И отметим работу арбитра Джошуа Бонда, проводит в разных лентах спортивных новостей на сайтах. Так вот, тренеров прессингуют. Ну, в общем, Африка, как она есть. Гол Ванжи как раз мяч перелетел, пока его гол. Ворота Гвинеи-Бисау на групповой стадии. Из Эконг. Пятый, слева Айна, второй, справа Авазьем, 20-й. В опорной зоне Этебо, 8-й, карточка Жоржу Манджеку. Ну, здесь прострел Клинтона Нджи и к озвучке состава неукротимых львов. Это нигерийцы исполняли стандарт Руна. Арбитр все тот же, Джошуа Бондо из бот со своей половины поля. Хорошее подключение. Джуй и Онана. Ахмед Муса, но нигерийцы. Парил в самом начале, самый старый стадион Египта и вообще во всей Африке. Его обе, вот от него хотелось бы видеть больше инициативности. Ахмед Муса. Бондо. Подача. Мяч выносится. Это какой-то ганский шаман. Отставил своего партнера, пятый номер. Тросте Конг из Удинезе. Это просто Вильгиряли. Были забиты мячи в этой встрече. Сначала отличился Дион Игало, а после рикошета мог бы выйти вратарь и попробовать прервать. Забил впереди Камерун. Нигерии в 2018 году. Самуэль Чиквеза. А вот момент, и 2-2. И 2-2. Ахмед Муса сбрасывает мяч Эдиону Игало. И снова статус-кво восстановлен. Ничья 2-2. Вечерело в Александрии. Нванка Кану доволен. Самуэля Это'о не показывают. Но вообще, всегда очень интересно наблюдать за празднованием голов. Bruno wanted him. But it was too short a spell that was offered. Here he is again. Igalo is through! Wamba! It's a first ever Nations Cup goal for Alex Iwobi. By 3-2. And just as Cameroon got 2 goals, was back a little bit, collecting the ball a little bit more. Oyongo, as they've taken turns to go into the lead. Now that's a winger for a centre-forward. 8-42 in favour of Cameroon, the ball possession. Off Yaya Banana. Referee Bondo. Stutter Eagles, their only substitution thus far. Past Oyongo. Здорово себя показал. Ну а вот так
были за... Чуквезе! Нигерии в 2018. Fine. Hola, Aina. Now Iwobi. Ha! Who can in the clash with Almeruo?